Приветствую, уважаемый зритель, на связи Павел Чернышов, и в этом видео я хочу тебе рассказать о том, как быть в курсе новых проектов на платформе CRP. Для того, чтобы зарабатывать хорошие проценты на платформе CRP, необходимо получать информацию о запуске новых проектов максимально оперативно, в максимально короткие сроки. И в этом видео я тебе расскажу о том, как ты можешь это делать, какие существуют способы и варианты получения максимально быстрой информации о запуске нового проекта на платформе CRP. Потому что скорость и быстрота твоих действий – это очень немаловажный фактор, влияющий на твой успех на платформе CRP-центр. Итак, какие существуют варианты оперативного информирования вас о запуске новых проектов на платформе CRP? Давайте их рассмотрим. Значит, первый вариант – это SMS-рассылка от компании. Иногда компания, точнее платформа CRP делает массовую SMS-рассылку по базе инвесторов, которые зарегистрированы на их платформе. Плюс этой вещи в том, что это очень удобно, потому что ты находишься где-то на улице, в гостях или где-то еще, ты получаешь смс о том, что, дорогой друг, сегодня в востока-то востока-то будет запуск нового проекта на платформе CRP. Соответственно, ты уже знаешь о запуске нового проекта, и к этому времени ты можешь подготовиться соответствующе. То есть можешь к этому времени подойти к компьютеру, зайти в аккаунт, дождаться запуска, сделать вклад и так далее. То есть это очень удобно, когда ты получаешь смс. Но минус в том, что, к сожалению, компания не всегда делает смс-рассылки своим инвесторам. Я бы даже сказал, это крайне редкое явление. Причины, почему она не делает эти смс-рассылки, могут быть абсолютно разные. Иногда просто смс-рассылку не оплачивает администратор, иногда компания сама принимает решение не делать эти смс-рассылки в соответствии со своими соображениями, ну и так далее. То есть причины на это могут быть разные. Вот. Но нам, инвесторам, к сожалению, от этого не легче. Вот. Нам, конечно, удобнее, чтобы нас своевременно информировали. Вот поэтому, что я тебе рекомендую сделать? Первое – это зайти в свой профиль, заполнить там поле с телефоном, для того, чтобы, если вдруг компания все-таки будет делать эту смс-рассылку, чтобы ты получил ее на свой телефон и был в курсе запуска нового проекта. То есть хотя бы иногда ты будешь получать очень оперативную информацию от компании о запуске нового проекта. Идем дальше. То есть второй вариант – это e-mail рассылка от компании. Смысл тот же самый. Бывает за сутки, бывает за двое, а бывает за час или два всего лишь до запуска нового проекта. Компания делает массовую e-mail рассылку по базе инвесторов о том, что, дорогие инвестора, сегодня во столько-то, во столько будет запуск нового проекта. В общем-то, готовьте деньги на кошельках и готовьтесь к тому, чтобы быстро действовать. А как выглядит данное e-mail сообщение? Давайте зайдем на мой e-mail ящик и посмотрим. Переходим во входящие. И вот одно из таких писем от компании CRP. Значит, от CRP, настало время чая, открываем письмо, смотрим. Уважаемые инвесторы, администрация CRP рада сообщить, что 29 мая в 20:00 по Москве в разделе «Высокодоходные проекты» будет запущен новый инвестиционный проект «Сантия», посвященный экспорту чая из Китая в Европу. Процент доходности по данному плану будет составлять от 1 до 5% в день. Тип партнерской программы закрытая, то есть вам необходимо иметь собственную инвестицию для получения партнерского вознаграждения. Страховое покрытие от CRP-центра будет составлять 10% от суммы фактического убытка на все депозиты, сделанные в первые два месяца после, точнее в процессе работы проекта. Ну, в общем-то, вот подобным образом выглядят e-mail письма от компании, когда она принимает решение оповестить инвесторов о запуске нового проекта. Такие письма приходят намного чаще, чем смс от компании, но, к сожалению, тоже не всегда. Я бы сказал, процентов в 50-60 такие письма приходят. Но в 50-40% компания тоже принимает решение о том, чтобы не делать подобную e-mail рассылку, дабы не вызывать паники, ажиотажа, не грузить свои сервера и так далее, и так далее. Администрацию CRP тоже можно понять, они преследуют свои интересы, но нам, инвесторам, конечно же, нужно преследовать свои интересы. И нам очень важно узнавать о запуске нового проекта. Поэтому
Я вам рекомендую почаще проверять свой email ящик для того, чтобы когда компания делает подобные email рассылки, хотя бы в этих случаях вы были в курсе о запуске нового проекта и узнавали об этом вовремя, а не через день, два, три после того, как он запустился. Для того, чтобы быть вовремя, конечно же, в лучшем случае, точнее в идеале, лучше всего вам заходить на свой email ящик каждый день. Это примерно где-то с 17, я думаю, с 17 до 20.00 по Москве. То есть примерно вот в это время вам нужно каждый день заходить в свой email ящик и проверять, а нет ли там у нас сообщения от CRP о том, что сегодня будет запущен новый проект. К сожалению, это не очень удобно заходить каждый день, но что ж поделать, иногда приходится идти на подобные жертвы. Выход из подобной ситуации я вижу пока только один, это если у вас есть смартфон либо телефон, поддерживающий установку приложений от того почтового сервиса, которым вы пользуетесь, то я думаю, установив подобное приложение, вы можете быть в курсе о том, что к вам на e-mail поступают новые письма. И когда ваш телефон подключен к интернету, данное приложение вас информирует о том, что сегодня или сейчас вы получили новое письмо от CRP, не желаете ли его прочитать. Вот если вы установите подобное приложение, то оно будет вас информировать о поступлении новых писем на ваш email ящик. И вы уже будете знать о том, что к вам пришло новое письмо. Если оно от CRP, то возможно его следует прочитать. Если оно не от CRP, тогда возможно его и не следует даже открывать. Если у вас есть смартфон, либо телефон, поддерживающий установку таких приложений, то это один из вариантов решения данной проблемы. Чтобы вам каждый день или каждые там два раза в день не бегать к своему компьютеру, не заходить в свой почтовый ящик и не проверять письма. Если же у вас нету телефона, который поддерживает подобные приложения, то, к сожалению, этот вариант для вас не подходит. Итак, идем дальше. Что же нам делать дальше? Значит, третий вариант – это официальный форум. Скажу так, что на сегодняшний день официальный форум платформы CRP Center называется у нас Investor Life. Это один из основных информационных каналов данной платформы. Основная движуха вся происходит именно на этом форуме. Все сообщения, все новости, все события, все там отчеты, публикации, все-все-все. В общем, компания публикует на этом форуме. Вот, и она отдает ему предпочтение номер один, нежели e-mail рассылки, SMS рассылки, либо чему-то еще. И если запускается новый проект на CRP, то первым делом компания опубликует об этом новость именно на форуме, а не в e-mail рассылке и не в SMS рассылке. Поэтому я вам рекомендую настоятельно зарегистрироваться на этом форуме в первую очередь, а во вторую очередь подписаться на ту тему, которая будет вас информировать, точнее, подписаться на ту тему, в которой публикуется информация о запуске новых проектов. Если вы подпишетесь на эту тему, то при публикации нового поста, нового анонса в данной теме, к вам будет приходить email-уведомление. Email-уведомление подобного типа. То есть, получается, вам не нужно каждый раз заходить на форум или каждый день заходить на форум, для того, чтобы узнать, какие там новые посты были сегодня опубликованы в той теме, которая меня интересует. То есть это, к сожалению, не очень удобно. Намного удобнее просто зайти на свой e-mail и посмотреть, ага, были ли в интересующей ветке сегодня новые сообщения или их не было. То есть если вы подписываетесь на соответствующую тему, то к вам приходят вот подобные e-mail уведомления, которые вы можете открыть и прочитать. Суть, краткая суть всего поста отображена в данном письме. CRP-центр опубликовал тему такого-то числа во столько-то времени. Уважаемые инвесторы, приглашаем вас на внеочередной внеплановый вебинар с официальным спикером. Ну, в общем, если интересно, переходите, читайте, неинтересно, просто удаляйте. Далее, второе сообщение от форума Investor Life. Новости Dowry Finance. План акция. Что ж, это намного интереснее. Заходим в данное письмо и читаем. Уважаемые инвесторы, администрация CRP совместно с управляющим проектом Dowry Finance приняли решение принять следующее решение дальнейшей работы проекта Dowry 1. В целях сохранения стабильности работы проекта и выполнения им всех обязательств
перед инвесторами досрочно закрыть инвестиции, сделанные в план акция, по которым начислено более 50% чистого дохода. Мы считаем, что такой уровень дохода по депозиту является более чем приемлемым, а отказ от продолжения работы данных депозитов позволит заметно сбалансировать работу проектов от компании Dowry Finance. Второе, работа всех остальных инвестиций продолжит в соответствии с регламентом без каких-либо изменений. И третье, 20 числа запустить на базе проекта Dowry Finance работу новых инвестиционных планов. Ну что ж, это довольно информативное и очень интересное предложение для инвесторов, интересное сообщение, и вот такие сообщения вам и стоит почаще читать, запоминать и к ним прислушиваться. Конкретных действий, значит, сейчас нам предпринимать здесь никаких не нужно, мы просто теперь в курсе о том, что 20 числа будет запуск новых тарифных планов, соответственно, уже сейчас мы можем поставить себе уведомление на телефон о том, что 20 числа там с утра, либо в обед зайти на свой e-mail, либо в CRP, проверить, какие там планы будут запущены, либо уже запущены, ознакомиться с ними и принять решение, вкладывать или не вкладывать. То есть уже здесь, в этом сообщении, нам даны примерные сроки запуска новых тарифных планов. Это очень удобно. То есть просто зашли на e-mail, почитали новость, надо удалили, не надо оставили. Либо наоборот. Смотрим вверх, значит, больше у нас нет сегодня сообщений от Investor Life, ну, значит, никаких новых постов там сегодня больше не было. А теперь, как подписаться на интересующую вас тему на форуме Investor Life? Для этого вам необходимо зайти в свой личный кабинет CRP-центр, заходите в личный кабинет, и в верхнем левом углу есть кнопочка такая, она так и называется Investor Life. Нажимаете на эту кнопочку, вас автоматически перекидывает на форум, который называется Investor Life. Далее, если вы не зарегистрированы, то вам предложат пройти регистрацию. Обязательно это сделайте. Если вы уже зарегистрированы, тогда просто переходите в раздел «Новости». Нажимайте прямо на слово «Новости». Проскролливайте вниз. И вот здесь, вот этой вот темы раздела «Новости», вы увидите вот эти все сообщения, самые важные, которые вам, как инвестору, больше всего должны быть интересны. То есть именно в этой ветке публикуется информация о запуске новых проектов на платформе CRP. Именно раздел новостей вам нужно почаще читать, почаще сюда заходить и ознакомливаться с тем, что же здесь пишет администрация, какие нас новости, события ожидают в ближайший день, два, три, неделю, месяц, год. Но для того, чтобы вам каждый раз не заходить на эту ветку, вам достаточно всего лишь подписаться на нее. Верхний правый угол, нажимаете на кнопочку «Подписаться». Данная кнопка у вас будет активна только в том случае, если вы уже зарегистрированы на данном форуме. Если не зарегистрированы, тогда у вас данная кнопка не будет активна. Поэтому, если надо, пройдите регистрацию и подпишитесь на данную ветку. Тем самым, каждый раз, когда здесь будет публиковаться новое сообщение, новая новость, вы на свой e-mail будете получать об этом уведомление. И плюс в том, что вам не нужно будет каждый день заходить на форум Investor Life, смотреть, какие тут новые темы были опубликованы, и все их читать. И здесь у вас будет концентрироваться вся важная информация. И от компании вы будете получать сюда уведомления, и с форума к вам будут приходить сюда уведомления. И так, возможно, я вас буду оповещать о новых проектах также на этот e-mail. Вот тут лучше, когда все находится в одном месте. Теперь идем дальше. То есть с форумом, я думаю, понятно. Регистрируйтесь на форуме, подписывайтесь и проверяйте почаще свой e-mail. Если есть возможность, устанавливайте приложение от вашего почтового сервиса, и оно вас будет информировать о новых письмах на вашем e-mail. И четвертый способ получения максимально оперативной информации о запуске новых проектов – это инсайдерская информация. Суть инсайдерской информации заключается в том, что эта информация, как правило, нигде не публикуется на форуме, на блоге, либо в официальных каких-то источниках, но она присутствует на устах, либо в каких-то секретных чатах инвесторов. Иногда кому-то где-то, когда-то получается узнать о том, что в ближайший день, два, три будет запущен новый проект на платформе CRP. И эту информацию вы, как правило, можете получить у своих вышестоящих спонсоров, партнеров и кураторов.
И ко мне эта информация также иногда поступает, и я, как ваш вышестоящий партнер, считаю было бы правильным этой информацией делиться с вами. Но для того, чтобы этой информацией мне делиться с вами, мне необходим оперативный канал связи с вами. Самым оперативным каналом я считаю все-таки SMS-рассылка, потому что телефон находится всегда рядом с вами. E-mail где-то возле компьютера, форум тоже возле компьютера, а телефон всегда рядом с вами. Поэтому, если вы хотите получать от меня SMS-рассылку с информацией о запуске новых проектов на платформе CRP, то прямо под этим видео заполните контактную форму, в которой укажите свой e-mail и телефон. Причем телефон я рекомендую вам проверить на два раза, потому что основной информационный канал у нас будет проходить именно через SMS. И после того, как вы это сделаете, уже в самое ближайшее время вы начнете получать от меня SMS-уведомления о том, когда и какой проект будет запущен на платформе CRP. Если мне удастся узнать немного раньше о запуске какого-то проекта на CRP, то я об этом вам также обязательно сообщу в SMS-рассылке. Если я узнаю о запуске нового проекта на платформе CRP вместе со всеми инвесторами, то я также об этом вам сообщу в SMS-рассылке. В общем, подписавшись на эту SMS-рассылку, вам не нужно будет каждый день проверять свой e-mail ящик и рвать волосы на своей голове о том, что вы в очередной раз пропустили запуск нового проекта. Благодарю вас за внимание. С вами был Павел Чернышов, и до встречи в следующем видео.